Рассказать об истории своей любви всему городу и выиграть организацию свадьбы под ключ. В Самаре второй раз стартует проект, организованный порталом 63.ru «Свадьба года». Проект «Свадьба года 2014» стал ярким событием в жизни всего города. Наш первый и единственный в своем роде реалити-конкурс полюбился зрителям и заинтересовал будущих молодоженов. И, конечно, такой успешный дебют должен иметь логическое продолжение. И в этом году нас ожидает второй сезон проекта. «Свадьба года 2015» станет еще более грандиозным. Стать участником проекта сможет любая творческая пара, решившая связать себя узами брака. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте 63.ru и поделиться с читателями своей историей любви. Заявки принимаются до 20 марта. Начало приема заявок стартует сегодня. Авторов самых романтичных, самых оригинальных love story пригласят на очный кастинг, который состоится уже 27 марта. Там компетентное жюри выберет пару победителей. Спонсоры и организаторы подготовили множество приятных сюрпризов. Кроме главного приза – организацию свадьбы под ключ, среди участников разыгрываются и другие – организация девичника, мальчишника и фотоуслуги. Организаторы обещают, участие в конкурсе «Свадьба года» станет ярким началом семейной жизни. Подробности о проекте можно узнать на сайте 63.ru. Юлия Север, Сергей Баскин. События.